Авиадебашир не допустили на рейс. Об инциденте с пьяным пассажиром в аэропорту Симферополя сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Цитата. «Дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Симферополя Крымского линейного управления МВД России на транспорте и службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что в кафе, расположенном в стерильной зоне терминала, находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который использует в своей речи нецензурные выражения. Сотрудниками патрульно-постовой службы правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что 37-летний житель города Севастополя опоздал на посадку на рейс Симферополь-Санкт-Петербург. При прохождении досмотрового комплекса он вел себя агрессивно. Достал запрещенную к паровозу в ручной клади бутылку вина и разбил ее. Затем он продолжил хулиганские действия в одном из кафе в стерильной зоне. В отношении авиапассажира составлен протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 2500 рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти».